Научно-технический совет при губернаторе выслушал доклад о том, как продвигается реализация проекта по строительству комбината синтетического волокна. На территории будущего комбината запланировано 37 объектов. Если все пойдет по графику, то пусконаладочные работы начнутся в 2017 году. Комбинат будет производить полиэфирное волокно. Мощность Ивановского предприятия полностью покроет потребность России в данном виде продукции. Производство спроектировано таким образом, что в зависимости от ситуации на рынке можно будет перестраиваться с выпуска одного вида волокна на другое. Мы сейчас начинаем подбор, выбор, подготовку к тендеру на строительные, на генподрядчик. Но самое главное, что случилось, это завершено проектирование комбината. Еще предстоит процедура государственной экспертизы, но проект готов. И основные проектно-технические решения, они готовы и пойдут дальше по документации.